Правительство Башкортостана установило величину прожиточного минимума на душу населения. В среднем за месяц четвертого квартала 2016 года он составил 8 323 рубля. Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере 8 869 рублей для трудоспособного населения. Для пенсионеров это 6 822 рубля и 8 237 рублей для детей. Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основе потребительской корзины в республике и данных Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания и непродовольственные товары и услуги.